праздничную пятницу в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Местами осадки в виде дождя. Днем плюс 19, плюс 23, ночью 14-16 выше 0. Ветер западного и северо-западного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 14. Западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, плюс 22 градуса в дневное время, ночью 14 выше 0. Западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 14. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 34%, температура воды в реке Волга 16 градусов. Геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.